Последний из недостроенных. Этот дом в поселке Савино возводят в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья. И это единственный объект, который так сильно выбился из сроков. Подрядчик пеняет на заказчика, говорит, были проблемы с финансированием, плюс сложные геологические условия. Претензия к исполнителю – строительство с отклонениями от проекта. Как итог, начало октября из 3 этажей одного пока нет совсем. Конструктив готов на 80%, а отделочные работы только приступили, соответственно, они только в процентном соотношении процентов 30%. Дом будет 3-подъездным. Сейчас ведутся работы по прокладке тепловых сетей к объекту. Как только появится 3-й этаж и крыша, можно будет подключать отопление. Сегодня поставлена задача в текущем году его сдать и заселить. Задача очень непростая, но я ориентирую сегодня и свои службы, и главу муниципального района на то, чтобы эта задача была безусловно выполнена. Подрядчик со своей стороны обещает завершить работы в Савино 20 ноября. Новые квартиры с нетерпением ждут 74 человека. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Савино.